когда мы бываем в Америке, вы также поддерживаете личных бойцов. Вот теперь я по-настоящему почувствовал нашу поддержку. Ты выходишь на поединок достаточно большим фаворитом. Скажи, как тебе удается сохранить мотивацию? Мотивация – это мои тренировки, это тяжелые тренировки. За каждой тяжелой тренировкой должен быть результат. Вот я пришел за результатом. Мы знаем, что ты подготовил сюрприз для одного из болельщиков. Пожалуйста, презентуй. Сейчас я открою пару подарков, если отдать тоже еще. Это футболка с автографом Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова. Перчатки вот свои. Ислам ставит автограф на перчатках, в которых только что тренировался.